Ран восьмой. Видимо, зверь. А, планета, серьезно. Так рано. Еще и херовая планета. Ну как херовая, она более-менее нормальная, наверное. It's like she's Могла быть fucking хуже. five. Спасибо, 100 рублей, гнида. За сердечко. Привет, Котя. Галп. Не было тринкета. Так, мод 9RL9E. Ну, кстати, шоспит хороший, это неплохо, и типа базовый тирейт. Плюс-минус. Так, как это играть? Как это играть, те мухи меня смущают с планетой. Они меня без планеты смущают, но с планетой сильно смущают. Очень сильно смущают. Опять мухи. Еще одна рума с мухами, хватит. Хватит, пожалуйста, этих зеленых мух. Сколько можно? Не смущайся, все свои. Здравствуй, лисенок. Когда уже файл-то закончишь? Что оттягиваем? Ну, пора уже стрим 24 часа делать. И заканчивать файл. Как же я делаю? Вообще-то рума легкая, по идее. Хм, чемпиона сейчас. Окей. Я могу вот так сейчас стоять. Кек. Планета не враг, планета твой бро. Она тебе пытается помочь. Это ты планете враг. Она тебе друг. Наверное, я все-таки возьму эти кости. Потому что это tears up. И в принципе, если я их заполню, это будет довольно здорово. Я могу два наноконтейнера пока слить. Маленько тирзы получить. Может даже три. А кости тоже полетели по планете, окей. Любопытно. Как же неудобно. Как же неудобно. Надо, по идее, жопой, да, стрелять, чтобы враги близкие умирали. Типа так оно ближе бьет. Из-за твоей жопы. Так. Уже 3-9 тирает, окей. Привет, Манди. Блин, бомбы ни одной нет. Грустно. А, окей. И вот это уже нормально. It's like she's fucking five. Все выступили. Настроение вечера своеобразное. Блин, я потерял терзу, это печально. О, холсап, окей. Холсап будет здорово. Пойдем в альтраут, наверное, потому что я больше переживаю о том, как я буду идти обратно, а не как я буду идти сейчас. Там враги вроде полегче будут. Или в магазине ничего не было, там был конвертер. Ладно. Этот Мажелин вруби, так она и играет, нет? Или звук тихий? Может быть, звук тихий. Возможно так. Не знаю. О, oh, найс. Nice. А! Ха-ха, не найс. Nice. Слепота. Ладно, неважно. Блин, блайнды брать нельзя, лучше печально. Вообще нельзя с планетой. Это потенциально сразу руина моментальная будет.
the damage. Дэмэш и минус ведра, осторожно. А двери открываются? Нет, да, потому что у них спектрал. Или спектрал же нынче открывает двери, да, ведь? По-моему. Все равно они же это вроде исправляли. Нет, или мне это приснилось, что они это исправляли? Не, да, можно ломать. Можно ломать двери. Или раньше можно было. Возможно, я троллю, возможно, я раньше можно было. Я уж не помню. С этими ебучими версиями игры. Фетус, ну да, Фетус и пикак на планету. Много приколов потенциальных. Но приколов сомнительных. А, лол. Физика. Беспощадная ты, сука. Пиявку заовнили. Так, я уже не боюсь таблетку, я уже нашел терсдаун. Еще спиддаун можно найти, разве что. Это уже будет печально, наверное. Все остальное мне уже полуплевать. Теперь можно жрать все. Не стесняясь. Вперед ли оба. Вот на дьявола идти стоит ли или нет. Там как бы... Нож и Брим вроде ломают планету довольно здорово. И там много пирсинга, который тоже хорошо работает на планету. Там какие-нибудь косы или Белиал заебись зайдут сейчас. А я пойду на дьявола. ХП вроде есть более-менее. С 4, считай, контейнера красных. Это немало. Здравствуй, Кинаги. Здравствуй, Иви. А, здрасте. А, ну, блять. Сука. Избить не могу, потому что не могу. Шуми бонхарты. Окей. Это стоило того. Это реально того стоило. Так. Теперь у меня есть полет. Как бы спектрал, конечно, был уже, но и теперь есть полет. Я надеюсь, это будет выгоднее. Деньги очень нужны. Не хватает все равно. Блин. Хотел скидку купить и хп. Ну, на босса я могу сходить просто так. Могу эту руму перепройти, возможно. Привет, Лурда. Доброго утра и вам. Луна закончилась. Закончилась луна. Так. Бля, только не говнопин. Только не говнопин, камон. Что? Это босс, который я нахуй не умею, блядь, проходить. Сука, ебанат двигается по комнате. Благо, полет есть. Ладно, полет упрощает жизнь, наверное. Хотя бы нету говнодрифта. Наверное, терпимо. Блядь! Нет! Не делай этого, пин! Не делай этого! Не надо этого делать. Окей, он этого не сделал. Спасибо, говнопин. Дай бог тебе здоровья. Я все же думаю, скидка важнее, чем даже Soulheart в такой ситуации. Все же это потенциально я потом куплю еще больше чего-нибудь. Сделку я видел, я там уже взял. Полет там больше, по-моему, ничего не берется особо. В принципе, Powder Flash можно было взять. Powder Flash, Powder Back. Как его называют. Наверное, можно было взять с полетом. Класс. Секретность. Как же много мух.
Как же у них много хп. Почему они такие толстые? Понять не могу. Нахера они такие толстые? У них, по-моему, больше всего хп на этом этаже. У этих мухадрочеров. Просто полдня их убиваешь. Бля. Ну-ка. Почти попал. Релакс. Ладно. Эх. О! Сюда. Это надо. Lost. Это тоже надо. О! О! Поехали. Поехали вон к нему. Смотри. Это мы откроем, ладно. Мы поломаем. За компанию. Ну-ка. Это было выгодно. Ключ вернул, и бомб явно больше получил. Битва планет пошла. Это тоже планета, типа. Так и знал. Это было зря. Это было зря. Блядские облака. Опция 7 копеек. Я уже был в этом руме. На будущее пригодится. Секретка здесь. Я ж не понимаю, оно еще бьет или нет. Ну, она бьет. Наверное, не здесь. Может быть, здесь справа. Непонятно. Или здесь. Требуй ваш. Или снизу, на самом деле. И было бы хорошо. Двери, по идее, пробивают, но не интуитивно. Дверь ломает точно. Потому что не ломает секретки именно. Нет, я думаю, если ломать дверь, то ломает секретки. Я вроде уже открывал, по-моему. Уже в этом ране. Надо хоть вторую найти. Какая рума прикольная. А так где сдох? Та самая рума. Веселая. Ведра, ага. И ведра тоже. Смешные. Так, ищем дальше. Бедро ебаное. Уйди отсюда. Значит, справа будет. Да, оно ломает нормально двери. Секретки. Говномерка сдохла, выйдет сдохла. Все, нормально, хватает уже на опции. Тебя бахнем. Ну где-то первая, подожди, что? Тут вот не было, да ведь? Тут не было. Тут вряд ли же будет что-то. Мне кажется, в теории может быть, но вряд ли.
Так, где я еще не проверял? Туда проверял. Снизу тоже, по-моему, проверял. Я этого делать не хотел, ну ладно. Тут, блядь, попасть сложно, так что похуй, бомбу поставлю. Может быть, здесь справа? А, реально. Окей, ладно. Найдено. Не прошло и полгода. Блядь, ты как-то хуёво мне сердце поставил, ну ладно. Нож копируется, я не помню. Может быть, и копируется. Вообще, коробку я бы забрать хотел, но, наверное, не заберу. К тому же 5 копеек. Я явно не буду зеркало проходить с этим билдом. Это вряд ли произойдет. Как же он срет. Упс. Где тоже вторая фалка? Господи, как он насрал-то? It's like she's fucking five. Спасибо за вступление, Томас. Вроде успел. Яйкс. Хелсап. Это новый старый старик. Ну, в смысле, старик новый, но суть одна и та же. Деньги. Мало денег. Надо было 5 денег. Ура, удачи. Так, ну не, я не пойду эту хуйню проходить планетой, не хочу. Звучит опасно. Тем более ради коробки. Так, коробка, блин, неплохо было бы, конечно, собрать с собой коробку. Так подумать. Ласта забыл, да? Вовремя. Как обычно. Ну, я бы его с собой забрал бы, конечно, потом в конце, возможно, это. В принципе, была бы одна и та же. Все, прок будет один, правильно, поэтому. Нахуй я нажимаю кнопки. Еще умрет сразу. Вот будет смешно. А, не умрет. Лодж живет один раз. Ровно один. Больше он не живет. It's like she's fucking five. Рано. X2. X2. Спасибо за X2, метаморфоз. Блядские грибы. Не, лос точно не жилец. Просто обстрел. Не жилец лост. Ему тут пизда, господи, как это нахуй доджить? Пиздец, они нахуй меня убивают просто, блядь. Всех сторон. Вот он дал лесенку. Это, конечно, неплохо. А! У меня скидка. Вот я не зря купил скидку. Как знал. Вот, скидка-то мне пригодится сейчас. Возможно. Приятно. Я пока, по-моему, что не скипал, да? Все это умы я смотрел. Вся этого не оставлял там. В альтах. Так, перефажено. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, это будет плохо. Я думаю, это будет плохо.
Это деньги, деньги нужны. Да там нечего тут. Это будет очевидно плохо. О, это будут деньги. Деньги на лесенку. Шикарно. Кушай бомбу. Ты куда-то отошел? Господи, уебище гридовое. И этот уебан бомба от него отнесла свою. Что за говно? Зачем? It's like she's fucking five. Спасибо еще раз, второй метаморфоз. Камура тоже уже за 30 лет. Фига, что вспомнили. Бах. Я смотрел, всего 26. Совсем молодой еще. Совсем молодежь. Но он шел где-то. А когда он шел? Даже не помню, когда он шел. Где-то в нулевых, наверное. В начале или в середине. По-моему, по ТНТ, по-моему, смотрел. Там же, по-моему, и Спанч Боба и все прочее шло. С таком. Нет, я не хочу. Ну-ка. Сделку бахнули. Так. 6 хп, ну хотя бы есть бунхард, это хорошо. Почему я не беру муху? Не знаю, почему не беру муху. А, потому что я проебал, подожди, я проебал тринкет на зубы? Как это вышло, подожди, почему я потерял тринкет? А, потому что я выкинул хелсдаун, потому что я еблан. Потому что это нейро плюс. Тут нельзя что-то отдельно выкинуть. Еба нейро плюс, как же его нахуй не терпеть не могу. Идиотские механики, дай обратно. Все. Научили меня... дурным привычкам. Так, это я забрал. Вернули пока Фила Коллинза. Опять пины. Опять пины. Так, так. Блять, куда полетело-то, господи? What the fuck? Какая же идиотская отдача. А, да, там был меченый. Окей. Я даже не видел. Нормально. Так. Полет на полет обожаю. Боже мой! А можно так не делать? Можно я этот урон пройду?
Чисто в теории, если в комнате спинами прожать Cartagena's Humanities софтлок, или просто задумать, как кошки не будут прыгать между ними. Ты, в принципе, если даже берешь Cartagena's Humanities, ты в любой руи можешь умереть. И сделать себе софтлок. Но пины, наверное, будут куда-то прыгать, хер его знает. Спасибо за 100 рублей, Капа, за сердечко. Черепошки. Ключи. Это будет, наверное, скорость. Ну, в принципе, ладно, скорости мало было. Пускай будет скорость. А, магазин-то уже был, там же был грит. Это весь этаж. Ну окей, главное, мы деньги нашли на лесенку. Это самое главное. В теории это должен быть там-то неплохой. Тут типа мы идем на зверя со скидкой и с лесенкой. То есть будет очень много ангелов. Что-нибудь да найдем, наверное. Я надеюсь, что-нибудь найдем. Все же. За столько-то этажей. И плюс все будет дешево стоить. Так что вот. Не так все плохо. Так, я тут лучше бахнуть, там они. Чтоб они там не подпердывали. На задних рядах. Ну-ка. Шими гитару. Опа. Еще холосап. О, копье. Копье штука универсальная. Везде работает. Тренька на ролла. Кстати, да, возможно, она будет получше, наверное. Где-то я ставил? Может быть, оставил. Пока все за игрой не особо смотрю. Хотя надо бы. Старт херовый. А... Меня наебали? А не, она вроде в магазе была. Да. Вот она. Правда, конечно, деньги нужны скорее на ангелов, чем на роллы, но посмотрим. Может быть, и там буду тратить. У меня еще будет 3, получается. А грит разве перезапускается до 7 нынче? Ну, вообще-то, типа, мини-босс, возможно, перезапускается, да. Мини-босс, вроде, до 7 перезапускает. Да, точно. Только забыл про эту хуйню. Ну, в ебло маленько получил, но это ладно. Вроде все еще выгодно. Все еще выгодно оказалось. Денег, да, получается, потеряно много денег. Я забыл, что гряда можно перезапускать. Я до 7, говорю, что-то перестал вообще пользоваться. Последние стрики, наверное, уже. Потому что до 7 обычно быстро выкидывается. It's like she's fucking five! Так что да. Небо, что без аниме? Спасибо еще за 2 рублей, Метаморфоз. За сердечко. Привет, бужик. Не, ну я это куплю, конечно. Но... Рейнши. Ай, блять, а Лост-то тут же умер. Ладно, забей. Офигеть, Рума. Я, блять, не хочу с ней ничего общего иметь с этой Румой. С этой бочкой тоже. Жесть. Кирка, думаю, берется.
Ну хотя, мне кажется, скипают румы и слезы, но, блин, это менее надежный, сложнее. Тем более с планетой, блин, еще лучше. Так, надеюсь, скоро будет пилить где-нибудь. Right. Спасибо за 200 недоброжелателя. King of Space. Перепись любителей ракет и сладких конфет. О, кто там спрашивал? А вот и он. Открой. Ой, ладно, у меня тут же кирка есть. Батарейки. Найс, отдача. Так, и чё? Это черед перевернутый. Надо найти этому руму. Наверное, даже её паролить. Серьезно? Так. А, у меня жопа стоит, точно, офигеть. Но миндаль, конечно, это маловероятно. Луда! Луда уберет у меня планету. Луда удалит планету. Но, по-моему, это будет странно как-то двигаться, да? Это будет странно двигаться. Возможно, это будет тоже неудобно. It's like she's fucking five. Ладно, все же попробую еще порулить. Да. Пробой. То, что было нужно. То, что было нужно. Это уже хорошо. Блять, оно об него откинулось. Долго? Нет, терза, хорошо. Надо было, наверное, скинуть бунхарты. Надо было на бунхарты скинуть. Ну ладно. Плевать. Терзы, в принципе, так хватает, наверное. Так, отсюда мы уходим. Так, нужен телепорт. Генезис! Ха-ха, сука. Генезис! Опять сила Фил Коллинза. Дала нам Генезис. Не зря он сегодня играл в начале. Но, наверное, да. Я тем более получу очень много айтемов, скорее всего. Правда, я теперь не могу его взять, потому что мне нужен ключ. И ключ-бомба нужна. Вернее, не нужна, по сути. Ну ладно, плевать, короче. Получается, надо. Ну да, я в конце поюзаю, скорее всего. Скорее всего, так и сделаю. Будет очень много ангелов, ну по идее, прям очень много. Так что это должно быть довольно весело. Правда, конечно, ролл может быть херовый при этом, если будет какой-нибудь херовый старт. Тем тренер, во. Вот будет смешно-то, вот смеху-то будет. Можно брать что угодно теперь. Деньги лучше не тратить, оставлять на ангелов. Теперь деньги тупо нужны на ангелов. И все.
Я думаю, это оправдается. Надеюсь, успеет. Еще темпленс. Класс. Где двойные? Во. Двойняшки. Давай еще двойные. Во. Теперь давай еще блодбэк. Придачу. Не дают. Так, телепорта все еще нет. Это тоже можно отдать. It's like she's fucking five. Последнее казино, обещаю. Спасибо еще за казино, Метаморфоз. Может, телепорт? Я деньги тратить не хочу. Пошли лучше фулл-карт найдем. Деньги надо беречь. Телепорт найден. Можно еще удариться здесь, то взорвать. Все. Погнали. А? Что это было? Я опять не увидел, что это было. Что-то ёбнуло, а чё не понял. Это сейчас видел. Так, забрал. Забрал. Ладно. Улетел. Все, пошли отсюда. Сюда пошли. Ангел, нахера? А, это, скорее всего, минус планета. Очевидно. Но я тем более с этим играть не хочу. На зверя, наверное. Это даже хуже планет. Ладно, может, не хуже, он типа тоже глупо этому. Теперь явно я нажимаю генезис. Лост! Опять он не выжил. Глупо, лост не живет. Удобно будет, у меня будет генезис. У меня не будет этого ничего. Просто нажму генезис в конце. В конце этого рана. Так что как бы там ни было, но у меня просто этого не будет. Хотя, в теории, может быть старт с мечом. Будет смешно. Но... все же маловероятно. Я думаю, уже можно на самом деле юзать на генезис. Я уже довольно много набрал айтемов. По сути там. Вот два айтема. Фига. Огонь. Это будет пойди налево, да? Кайф. Это будет пойди налево. Хотя, кстати, копье и меч. Забавно. Забавная комбо. Двойной комплект получается. Меч с копьем. Упс. Я хп немного не вижу, но хп, по идее, мне еще хватает, наверное. Наверное, хватает. Можно в магазин зайти. И пойти они туда постреляют вот эти. Какие ужасные румы. Импресс. Я так не хочу до конца идти. Импресс было бы хорошо оставить на зверя. Чисто в теории.
суп. Я просто куплю на плюс айтем. Ты типа оруженосец? Ну типа да. Получается так. 2 хп, ну побольше, ну ладно. Немного побольше оказалось. Что? Ладно. Так, не забывать про лестницу. Ай, бля. Активка. Фу, активка. Зачем мне активка там? Лост, живи. Лост, выбирай жизнь. Не умирать. Пока живет. Кайф. Когда жмется? В конце нажмется. Наверное, когда уже буду дома. Вау, одни хп. Камон. У тебя же есть эти айтемы. Лост. У тебя же есть сраные айтемы. Дай мне айтемы. Лучше не сраные, ладно, можешь любые давать. Так, все равно их рулить. По идее, плевать. Огонь. Все, деньги закончились. Мне кажется, похуй, можно левать, наверное. Полетели. Найс, еще я это дал. Хорош. Ура, старт не с тем тренером. Почему я локап сразу? Не, потому что так надо. Карта сразу известная. Наверное, блять, трусы. Рокботом я же никак не найду, правильно? Я его не найду. Наверное, трусы хуйня будут. У меня не было вроде айтему с этого. Не было айтему в секретке. Просто у меня эхо чембер с локапом. Это интересно. Это интересно. Я думаю, я даже, наверное, хочу холли лайт. Вроде Holy Light, у меня будет локап. У меня еще будет три удачи. Ну, во-первых, найду ли я еще три карты до конца этого рана? И типа у меня будет корона с мантией. Так что похуй. У меня корона с мантией будет. На зверя, так что нормально. Дэмэдж. Свечка, может быть, как-то прокнет. Вообще, надеюсь, мантию бы сам найду. В идеале. Это было бы идеально. Опа. Опа. Опять Хималакри, она вернулась. Она вернулась в этот ран. Хималакри. По-моему, я не могу ее брать. Это все еще плохо на зверя. Но, конечно, я возьму ее. О чем речь? О чем речь? Конечно, я беру ее. О! А, ну так нормально будет, наверное. А, это работает? Нет. Ну и ладно. Ну и ладно. Меч с Хималакрия. А, меч с Хималакрия просто будет меч с большим дэмэджем, да? И все. Правильно? Или там будет что-то еще? Там будет какая-то Хималакрия прыгать, наверное, нихуя не будет. Просто ебаный меч, говна. Меч, ебаная залупа, не хочу брать меч. Идиотский айтем. Вирус. Не люблю скучные билды. Попахивает спидранами Айзека. Мерзко. Во. И опять лестница. Я думаю, уже не надо. Шот спид минус плюс тирейт. Все уже, все максимально. Я уже ничего не могу бахнуть. Просто хелсап. Срун? Срун. Евхарист, ага. Карты, карты, карты! Прям под конец.
Вот и локапы поехали, да? Вот и локапы поехали. А, и юстиция поехала там. Ха, блять. Окей. Так, подожди. Еще одна, наверное. Ace of Hearts, мне это плохо. Emperor тоже плохо. Хорошая таблетка. Амнезия. Амнезия нормальная таблетка. Амнезия нормас. Темперенс ебаш, блядь. Темперенс там, блядь, что-нибудь хуёвое будет. Какой-нибудь ебаный химитомес. Не хочу. Корона, да, я вижу корону. Все. Можно улетать. Не, ну нормальный билд. В принципе, нормальный. Через эту руму. Удачи нормально получили, по-моему. Это мои приколы. Только без холилайта разве что. Один минус. Ну и с перчик потом. И с этим антию не дали. Печально. Это печально. Билд, ну, вроде играбельный. Вроде норм. Это больше ничего не осталось, кстати. Эффектов. А, амнезия осталась. Ладно. Амнезиюшка. Ну-ка. Доехали. Тут разве должно еще играть что-то? Или я с ума сошел? Тут разве еще должен быть войс-овер? На этом этаже? Че? Тут уже обычно нет ничего. Мы так поломали игру, что она вообще охуела и не понимает, где я. Я сломал его, видимо. Видимо, да. А, не доиграла просто. Потом даже если не доиграла, она типа не будет играть. Я уже перешел на другой этаж. Ну ладно. Впрочем, ладно. Ой, блядь. Выебался же. Выебал. Ладно, хорош. Какой красивый паттерн сверца. А почему он так летает красиво? Как же люблю этот файт. Со всякими хималакрами, эпикаками, флетстоунами. Как же это гениально. Муха полетела куда-то по своим делам. Но это нормально. О, здорово, мидбой. Здорово. Мидбой на чили, но это нормально. Не, генеральный сайт там хороший, очевидно. Он почти всегда в плюс играет. Просто есть шанс 1 на миллион, что ты получишь старт с ТН-тренером. И это будет хуёво, скорее всего. И то, скорее всего. Не факт. То есть тебя могут тупо с хуёвым стартом затроллить Гнейса. Но если у тебя много айтемов, то как бы плевать. У тебя билд всегда будет поломанный. Почти всегда. Чё ими дособерёшь? Ладно, восьмой ран.